целовать тебя, внучка, переливы русских песен, исполнители с произведениями собственного сочинения, игра на музыкальных инструментах и увлекательные танцы. На сцене нового ДК в Горках Десятых местные творческие коллективы представили яркий концерт в честь Дня народного единства. Этот праздник важен для всех россиян, в том числе и для нашего поселка. Мы знаем с вами, что 410 лет назад совершился ратный подвиг. И сегодня мы с вами отмечаем этот день. Несмотря на то, что праздник достаточно молодой, он сразу полюбился всем. Ведь воины народного ополчения стали образцом героизма и сплоченности всего народа. Этот дух патриотизма и преданности своей стране необходимо поддерживать и сохранять из поколения в поколение. Мы день единства отмечаем. России праздник молодой. И всем, и каждому желаем стране быть верным всей душой. Основная цель праздника – объединить всех жителей вне зависимости от социального статуса, религиозных взглядов и национальностей. Праздничный концерт в Горках Десятых, несомненно, с задачей справился, а кроме этого подарил массу положительных эмоций. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».